хочу, как надо рифмовать, и я буду делать без остановок. Хоть полда так, чтоб ты мог понимать, как это можно делать без всяких понтов лишних. Я хоть пуки тупим, но ты не думаешь, что я лишний. Я ведь знаю, что все прекрасно, классно. О, шибу еще тот, я думал, ты ушел, ты отходил в толка. Какого черта, брат, мы тут заждались без тебя читать свой галимый приста, мой лично. Я не говорю про других, забудь совсем, братан. Я знаю, не можешь стелить нормально. Я полностью пьян сегодня. Я этого ожидал от сегодняшнего дня. Так что лучше повторяй за тем, как квадраты я стелю на бедах. Это полная, братан, просто полная катавасия. Но это все не Вась. Лучше подойди сюда и возьми. Давай следующий. Давай еще. Ой, этот быстрый. Давай. Ты против меня? Братан, не на то поле ты залез. Давай, ну я уже начинаю с микрофоном. Он предложил мне базу, блин, чувак. Дамы и господа, все соберитесь сюда, потому что сейчас был батл, да, ну да. Так, внимание, внимание, внимание всем, я представляю наших оппонентов. Ребята, поделимся налево и направо, налево и направо, чтоб вся эта толпа сегодня качала. Первым сегодня у нас будет выступать мистер Шива. Он мучит рэп, чтобы все звучало красиво. Мистер Шива, ваша левая сторона, бро, на левую сторону, друг, давай. Нет, начинай, что на левую сторону, давай, тут еще. Так, ребята, давайте поддержим Шиву! Нормально. А, все, баба-то здесь, капитан Шива выходит назад. Так, а второй раз оппонент МС. МС Скала. МС Скала, да ну на. Ладно, ребята, по итогам моей жеребьевки начинает МС Шива. Ты просил, блин, а что там едет, ничего не слышно. Сейчас. Это я оглох от ваших криков, либо микрофон стало плохо слышно. Да? Да. И раз, два. Вот так нормально. И ты вызвал меня на батл, стоял на ступеньку выше, но даже когда ты был выше, я все равно был немного выше. Ты знаешь, парень, так было приготовлено природой, сейчас мы напротив друг друга, и они требуют этого зрелища, требуют мяса, крови, кишок. Окей, если честно, у меня нехилый шланг между ног. Ты сказал, что ты МС Скала, братан, ну клево. Вот этот никнейм сейчас мы сделаем прикольно, типа МС...